Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls Prepare to Die Edition. Мы находимся также в Underlond, в последней серии мы хотели убить Гвиндолин, но после этого я хотел, как и обещал, записать серию по PvP-шным боям, и оказалось, что там, в том месте, где арена, это сделать невозможно. Поэтому мы этим попозже тут займемся, это самая такая арена, то есть для PvP-шных боев. Сейчас же продолжим свой путь в ту сторону тогда. Пойдем в архивы. С этим местом и, соответственно, с PvP-боями разберемся чуть попозже. Просто потому, что для того, чтобы снять серию с нарезкой PvP-боев, мне придется потратить часа 3. Сейчас же у меня этого времени нет, поэтому нужно записать серии на неделю вам, потому что я могу уехать, сами понимаете. Экономлю ваше и свое время. Лучше увидеть, по-моему, несколько серий, то есть по серии в день. Как только со временем станет полегче, мы займемся PvP-боями. Все равно этот босс оттуда никуда не денется. Он сам по себе достаточно несложный. И хорошо, что я его не успел убить с первого раза. А теперь мы поговорим с Боровыми. А хотя нет, мы же Боровов тут убили. То есть этих вепрей. Когда, собственно, пробирались вперед к местным. Что мы тут делали-то? А, мы здесь голема убивали, чтобы открыть Prepare to Die Edition контент. Сейчас будем заниматься всем остальным. Вот. Такие дела у нас на эту серию. Насколько я понимаю, здесь у нас как его? Сид бесчешуйчатый дракон. Наверху там его убить нельзя. То есть, куда мы идем с ним драться первый раз, нам по-любому нужно там умереть. За что я вообще уважаю эту игру. То есть... Так, здесь у нас возожжен. Шо? Нужно бы, конечно, побольше эстусов. Ну, я думаю, нам хватит, ладно. Я совершенно не помню, как эту локацию проходить. Короче говоря, Сид бесчешуйчатый. Он по-любому должен нас убить, чтобы мы оказались в тюрьме. И потом мы уже сможем пропутешествовать дальше к кристальной пещере, по-моему, где он будет находиться. Сейчас разберемся. Так, подожди. Поблин. Сколько я? Опять неделю не играл. Успел отвыкнуть. Так, тихо, дорогой. Да. Если так будет продолжаться, я тут быстро огребу. Надо было все-таки возжечь этот костер. Так, голем по-прежнему стоит. Хорошо. Так, что-то я сильными ударами злоупотребляю. Тут этого не стоит делать, по-моему. Давай, ну. Так, а если с двух рук убиваешь с одного удара? Хорошо. Вот тот самый голем, убив которого мы получили. Чем мы получили? Подвеску сломанную какую-то, что ли? Не помню. По-моему, да. Хорошо. Так, там у нас неприятный такой противник. Кстати говоря, надо было в человечной форме идти, чтобы фантомы перли. Может вернуться? Хотя не, ладно. Чего уж больно заморачиваться. Вообще, надо сказать, что несмотря что, ну, на то, что многие видят в этой игре смысл именно в PvP, для меня PvP здесь, как практически везде, это, собственно, далеко не то, из-за чего я играю в эту игру. И мне, надо сказать, они меньше всего интересны. Поэтому я по их поводу особо не заморачиваюсь. Так, ну давай. Ой, у нас спины еще пришел. Неприятные такие противники эти, на удивление. На сотом уровне прокачанным оружием я их сшибаю далеко не с первого удара. Ну, с второго, то есть. Душа отважного воина. Если все эти души потратить, я еще, наверное, пару уровней смогу поднять. Офигеть. С душами уже давно проблем нет. Так, остался ты, паренек, и на лестницах там у нас еще есть несколько неприятелей. Крайне таких неприятных. Так, молодца. Ты облегчаешь мне жизнь. Ой. Подлечился, смотри.
А, он не подлечился. Так вот, что он умеет еще. Сейчас шарахнет по мне. Ну да. Блин, ты посмотри, какой неприятный гад. Лучники еще, опять же. Ух, так, ладно. Не знаю, прямо это какой-то Амаха-бич. Высадка в Нормандии. Со всех сторон стреляют. Так, а тут ты пробиваешь, тут ты пробить мне не сможешь, я думаю. А мы сможем пока что напакостить. Кстати, лук надо взять. Он мне и так стоит. Шо? Ой, блин. Ты посмотри, блин, как у меня уходят аптечки на них. О май гад. Ну да. Офигеть. Так, ну по крайней мере мы сейчас человеческую форму примем. Чтобы фантомы лезли. Без фантомов скучно. Здесь, насколько я помню, основная ПВПшная зона. Ну, за исключением того, что вон там, где Гвиндалин, там, говорит, самые злые прут. Так. Ну, надо сказать, отвык. Отвык. Офигеть, просто разобрали меня. Некоторые просят сделать меч Арториас из любого меча плюс 10. Зачем? Мне все равно на него веры не хватит. Он требует веры, насколько я помню. Хорошо, 15, я думаю, нам хватит. В принципе, можно будет его сделать. Это у кузнеца делается там в Анерлонде. Но не сегодня. Как зачистим эту локацию, я думаю, туда перенесемся. Или когда нас убьют, мы перенесемся в покое принцессы, а тут добежим до него. Посмотрим, что нам для этого нужно. Вообще, то есть, я просто не помню даже. Ох, так, ладно. Несмотря на свой вид, конечно, щит Хевела мне понравился. Щит Арториса, опять же, можно сделать. Он, опять же, неплохой, но... Если только ради красоты. У него, по-моему, даже защита не 100%. Вообще, вот эти архивы, на мой взгляд, самая сложная локация в игре. Именно по противникам и по тому, как здесь все устроено. Так, ребятки, давайте вы сюда ко мне пройдете. А то там что-то постреливают нас. Ощущение, что зла нам хотят. Ты посмотри, а? Так, хорошо. Стрела пошла. Так, ну давай. Нужно поаккуратнее это все делать. Сейчас мне от того влетит. Но не влетело. Уже хорошо. У них такой мощный блок, что я даже своим ударом его не расшибаю. При том, что удар у меня очень сильный. Ну-ка. Блин, обожаю этот лук. Ну давай. Ой. Зря я это сделал. Зачем вообще? Зачем я нажал эту кнопку? Забываю, что если ставишь блоки, то этот щит такой умеет. А это очень серьезно сказывается на крепкости многого. Или он ломает только себя. Но тем не менее. Серьезно так ломает. Так, мы пойдем, пожалуй, вот сюда. Блин, ну видок, конечно, такой. Ну, давай, ну. Мне так постреливает, не тупи, пожалуйста. Ты посмотри, какой, а. О, ребята.
даете стране угля. Офигеть. Ну да. Сдохни уже, пожалуйста, но. Да, когда я говорил, что я хорошо раскачался и теперь все быстро пробежим, я, похоже, ошибался. Серьезно так стучат товарищи-то. Так, там у нас остался неприятель. Тут лучники. Лучники могут и подождать. Постараться бы сейчас по-быстренькому убить этого гада. Сейчас, конечно, стрелы полетят опять. А стрелы здесь носят что надо. Урон качественный. Так, ты ко мне идешь? Хорошо. Отлично. Ну, все равно это, конечно, гораздо легче, чем при первом посещении этой локации. Тогда я вообще не знал, что тут да как, кто что может. Теперь знаю. Да, блин, ваши щиты. Чудо природы какое-то. Вот нам. Народ что-то особо не лезет, да? Так, а где-то вот здесь или в соседнем зале у нас секретный проход. Ой, тут столько геморроя с этими лестницами. Сейчас, может, и понахапаем еще. Ну, офигенная локация, мне она нравится. Есть локации, которые вот такие вот... Разработчики сами говорили в свое время, что у них под конец поджимало время. Многие локации они не довели до ума, не сделали их такими, какими хотели бы. То есть не успели банально доделать. Вот эта локация, я уверен, она на 100% сделана именно так, как хотели. Очень уж крутая. Так, ты вроде обычный. Хорошо. Мерцающий титанит. Это, в принципе, вещь довольно-таки распространенная. Можно купить у кузнеца. Поэтому особо так не сказать, что прям уж ценная находка. Но все же. Так, куда я иду вообще? Там внизу у нас ничего нет. Вроде ничего больше. Хорошо, ребятки. Сначала ты. Я подумал, там сидит кто-то, на самом деле NPC какой-то. Это просто душа. Так, теперь вы за вами, насколько я помню. Мимик, что ли, по-моему? Давай, дружок. До свидания. Так, мимик. Да, мимик. Вон по цепочке можно разглядеть. Цепочка тянется ко мне. Так. Где она у нас? Нравится? Что у тебя есть? Символ алчности и рыцарский щит кристалла. Ну давай уж, вставай. Я просто именно из-за символа алчности это хотел сделать. Больно уж крутая штука. Ну, тупая, конечно. О, хотя сейчас можно ударить? Можно. Шо? Так что те, кто говорят, что его убивает это, съели. Он еще живой и вполне себе агрессивный. Итак, что такое символ алчности? Символ алчности — это щит. Такой вот. Что он делает-то, кстати говоря? Глава монстра, похоже на сундук с сокровищем, когда ты был древний бог. Говорят, он символизирует позор, которым за жадность заклеймили давно исчезнувший род. Немного улучшает поглощение душ и поиск предметов, но также накладывает на воина проклятие. Да ну нафиг. Проклятие нам не надо. Так, сейчас нам нужно подняться наверх с помощью вот этого лифта. И таким макаром мы перенесемся к боссу.
Дальше мы пока по-любому не можем пройти, насколько я помню. Только так, никак иначе. А потом у нас вот здесь будет открыт проход. И можно будет спокойно ходить себе дальше. Или мы с той стороны его откроем. Не помню. Но как бы там ни было, будет такое. Фантомы все равно, как видите, не лезут. Я не знаю, то ли это проблема моего сетевого, то есть Wi-Fi роутера, то ли что, но я говорю, я вот недавно сел чисто записывать PvP, зашел на арену, побегал в других местах. Фантомы не лезут. Я не знаю, поэтому как-то странно это все. Не получается и все. Так, ну что? Эки ты. А, ты смотри, ты необычный. Хорошее оружие именно для закрытых пространств, потому что бьет строго вперед. Ладно. Интересно, кто это был? То есть по сюжету. Сюжет здесь, понятное дело, не объясняется. Но наверняка люди, которые полностью лор игры знают, смогут в комментариях объяснить, кто же это был такой. Многие зрители, я заметил, вообще под Dark Souls у нас... Да беги, беги. Под Dark Souls у нас самые адекватные комментарии. Просто приятно почитать. Никакого срача. Ну, хотя сейчас скажу, и наверняка будет. Именно обсуждение игры, обсуждение тактик. И вот это вот комментарии я читаю с очень большим интересом. Так, ну и что? Смертничек. Ногой сит. Дотянуться нам до него никак, да? А если... О-о-о, да, так я его... Давайте умрем тогда уж что. Как будто выбор есть. Мы с тобой встретимся скоро, дружок. Ты мне не отомстишь, ты мне ответишь. Это я тебя отомщу. Так, итак, мы оказываемся здесь. Хорошо. Зажигаем костер. Это наша отправная точка. Теперь нам нужно выбраться отсюда. А дым... Второй. Станем человеком. Может, кто и полезет. Блин, вот это место, я его обожаю. Тут ходят непонятные твари, прям ктулху натуральные. И они причем очень опасные. Я помню, они меня разбирали. Просто капец как. Конечно, первое прохождение лично мне было интереснее делать, потому что я там не знал, что меня ждет за углом. Так, подожди, нужно еще одно, чтобы плюс 15 было. Или пусть так. Пусть так. Заперто. Здесь у нас, насколько я помню, охраняют все. Змееголовые люди из игры Kingsfield, из предыдущей игры в студии From Software. Так, подожди. А не должен ли был с одного из вас вывалиться ключик, ребята? Или я что-то путаю? С этого факела, что характерно, я не могу перенестись, да? Так, и что же такое? Как же мне тогда отсюда выбраться-то? Ну да. Ну хорошо, и все равно с вас ничего не упадает. Ладно. Давайте попробуем вот так. Сейчас по-новому придется это сделать.
Так, вместо ржавого кольца возьмем кольцо золотым змеем. Все равно толку от него особо нет. И давайте возьмем уже щит, черный щит, потому что этот, по-моему, слишком облегчает нам жизнь. Так, вот это, кстати, неплохой тоже щит такой, но черный есть черный. Блин, что я делал не так? Починиться. Щит серьезно поломался. Нормально. Так, ребятушки. Я не понимаю, что я делаю не так. Хрен бы там. Отлично. Тут, понятное дело, ничего. Замечательно. В прошлый раз, насколько я помню, я сюда вообще без проблем выбрался. Но сейчас прям что-то... Что-то ну вообще просто. Никаких идей. Ладно. Я попал в тюрьму, короче. Отлично. По полной программе. Открой, пожалуйста. Да подожди, я не то хотел сделать. А, ну вот, все. Побег. Паника, паника, у нас побег. Включили сирену и сами прятаться. Ох, ненавижу. Что характерно, сейчас все охранники ломанутся отсюда просто. Я сначала с ними дрался такой, а потом... От кого вы бежите? Такие... Они даже внимания на меня не обращают. А там они уже идут. Я думаю, я смогу против них продержаться, если встану в своей коморке. Потому что здесь слишком широко они обойдут меня. Ну давайте. Я не помню, что они умеют, но я помню, что это страшные твари. И берут и качеством, и количеством. Так, кого-то убили. А вон они уже. Где вы, твари? Вон идут. А нет, они там останавливаются, выше не поднимаются, похоже. А нет, поднимаются. Причем как быстро. А, как я захожу в клетку, они разворачиваются. Ну ладно. Хорошо. Алебарда тащит плюс 5. Очень быстрый удар. Это за счет. Именно за счет этого я Арториус победил. Успел его кусать везде, где только можно. Так, ну что? Пойдемте наверх пока. Посмотрим, что у нас там, да как. Никто больше не пришел. Ты посмотри, эхо до сих пор гуляет.
ребятки, вы где? А, все, они двери свои заперли. Ну окей, ладно. Что дальше? Это куда ведет? Да, похоже, никуда особо не ведет, да? Ну, там он снизу есть как... ну, понятное дело, да. Вот это цепляние за стену, оно, конечно, вымораживает, как правило. Фу, ладно, не будем тратить человечность, у нас костер уже прокачан, сейчас будет полегче, я думаю. Да не ломись ты. Ох, как тебе стоять бояться. Ладно, с вами-то хорошо. Там можно куда-то спрыгнуть. Что это нам даст в итоге? Но мы сможем попасть вон туда. Блин, я хочу это проделать. Там, наверное, что-нибудь хорошее. Но это не очень просто, да? Я туда, по-моему, не заходил в первый раз. Блин, сколько секретиков в игре. Это же обалдеть просто. Еще бы эта скотина за стену не цеплялась. Так, мои драгоценные души. Да нет, ну... Ох, ладно, повезло. Я так хотел. Так, ладно. Мадамская одежда. Белое кольцо духов. Ну, это, я думаю, для клириков. Фух, живой. Добавляет ячейки магии, да? Прямо надо мной это все было. Понятно. Хорошо. Ну и давайте спускаться. Эти-то тварюшки. У меня есть ощущение, что они вообще одноразовые. То есть, убив раз, можно про них забыть. Сюда мы пока не войдем. А нет. Тут что? Ничего. Ладно. Прикольное место. Обожаю. Красиво, самое главное. Все-таки японцы умеют красиво сделать. Такая библиотека, просто представьте. Запертый этот ключ мы возьмем попозже, я так думаю. Где там тварюшки? Внизу все? Да, внизу. Вот если они в куче, то это все, пиши пропало. Надо быть как-то поаккуратнее там. Да наводись ты на. Шо? Больше никого тут? Здесь у нас есть спуск вниз. Супер. Треугольный щит. Кадуцей. Хорошо. Так, что за треугольный щит? Давайте посмотрим. Вот, кстати, мы нашли. Он, я думаю, очень крутой, но при этом очень хрупкий. Да, прочность 20 всего. Смешно даже. Так, ну это физически 100. Ну, неплохой такой, но стабильность 58. Ладно. Так, а что это у нас открывает в итоге? То, что я думаю. Ну, вообще, если бы тут что-то было такое, на самом деле, дико хорошее... Я думаю, мне бы это запомнилось. Хотя, не факт. Ну да.
Так, что еще? В принципе, осталось только внизу там набедокурить. Все, по-моему, по дороге не будет уже ничего открывающегося. Здоровенный механизм какой-то поломанный. Побывать бы вот в этом месте во время действия Prepaid туда Edition контента, да? То есть за 200 лет до тут, небось, все работало бы. Так, нужно вас как-то повыманивать, ребятушки. Неудобно. Неудобно. Фу, так. Ну, попробуем давать. Ох, как хорошо вошло. Убивает? Убивает. Да, в принципе... В принципе, давайте попробуем так. Упс. Ну, ты мне за это ответишь. Короче, в дистанции весь прикол здесь. Я так понял. Свидания. Если рискнуть. Не, лучше не рисковать. Так, пакость. Пакость. Ох, пакость какая. Но хорошо на них действует, да? Просто на 400 рубит. Так, к нам подходит. Или нет? Пришел, значит, надсмотрщик. Свидание. Нравится? Шо? Ай-яй-яй-яй-яй. Это что было такое? Ну да, первый раз я тут, по-моему, на 80-м, на 70-м уровне был. Было посложнее. Но все равно. Не такие, чтобы уж прям убийственно сложные твари. Верно? Хорошо. Кто-то идет ко мне. Чудо. Чудо. Слышу змееголовых. Они причем так больно били, ну и сейчас бьют, просто я им не даю себя ударить. Что когда я поднялся, я, по-моему, сразу удар хапнул в лицо. И погиб. Но сейчас уже не те времена. С одной стороны, опыт, конечно, плохо, то, что наперед все знаешь, что будет. Но с другой стороны, хорошо, потому что... Мне просто, вот, допустим, очень нравится мстить им за то, что они делали в первый раз. Так, ну и все, здесь, по-моему, живого никого не осталось. Можно брать ключ и убираться отсюда. Так-то нормальный. Ключ от гигантской двери. Ну, то есть от входной, похоже. Эту штуку поворачиваем, начинает звучать сирена, это нам не нужно. Так, а что же мне еще тут делать? Там внизу решетку мы никак не откроем, да? Похоже на то. Похоже, попозже где-то ключ поймаем. Давайте дернем. Все равно все умерли. Просто громко будет. Но ничего не произошло.
Так, ну что, ключ не подойдешь сюда? Нет. Потом. Ладно, выходим отсюда. В принципе, все, что могли, тут сделали. Ну, кроме, собственно, двери. Прикольное место. Мне понравилось. Ой, какое эхо противное. Ну, если бы я не дернул, вы представляете в комментариях, что бы началось? Ты не нажал мой любимый рычаг. Дизлайк, отписываюсь. Как обычно. Так что придется потерпеть. Так, то ли мне сесть у костра сейчас, закончить серию, то ли мне выбраться и там закончить серию. Даже не знаю. Давайте выберемся, чего уж. В принципе, что хотели в этой серии, получили. Получили люлей от сита ногого, как его тут перевели. Я бы не сказал, что он ногой, но чешуи на нем, конечно, действительно нет. Это что там было такое? Интересно. Кто-то тут убился только что. Фу. И нам так ненавязчиво указывают, что нужно вон туда. Блин, до сих пор эхо не замолкает. Харе уже, ну. Какой противный звук. Так, ну и что, дальше там выход уже. Так что давайте, наверное, на этом завершим на сегодня. В следующей серии пойдем, собственно, разбираться с остальной частью архивов. И я думаю, в следующей серии уже проберемся к кристальной пещере, но не обещаю, потому что локация большая, довольно сложная. Там внизу у нас големы, кстати, в одном из них закован, насколько я помню, девочка, то есть дочка того толстячка-рыцаря. Ну, не знаю. Посмотрим, короче говоря. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.